В этом ролике мы вам расскажем, как в приложении S-Health на смартфоне Samsung Galaxy S6 Edge измерить уровень кислорода в крови. Заходим в меню. Приложение S-Health. Прочтите и примите правила и условия. Далее. Входим в приложение, используя Samsung аккаунт. Автоматически синхронизируйте данные о здоровье с учетной записью Samsung. Введите ваше имя и ваши физические данные. Уровень активности. Далее. Начать. Внизу экрана выбираем опцию «Управление элементами». Активируем опцию «Уровень кислорода в крови» SPO2, повернув переключатель вправо. Данное приложение предназначено исключительно для использования в целях поддержания физической формы и хорошего самочувствия, а не для диагностики заболеваний, других состояний или при устранении, смягчении, лечении или предотвращении заболеваний. Датчик сердечного ритма находится сзади устройства. Поместите палец на датчик. Измерение начнется автоматически. Постарайтесь не двигаться. Некоторые факторы, например, холодные руки или слишком яркое окружающее освещение, могут мешать точности считывания. Прочитайте подробную информацию о данной опции, нажав на надпись «Инфо». Сохраните свои данные. Данное приложение предназначено исключительно для использования в целях поддержания физической формы и хорошего самочувствия, а не для диагностики заболеваний, других состояний или при устранении, смягчении, лечении или предотвращении заболеваний. Следите за своим здоровьем, питанием и эффективностью тренировок с приложением S-Health на смартфоне Samsung Galaxy S6 Edge.